Итак, всем привет, с вами снова Макс, это канал 7 Dive Game Channel. Сегодня с вами мы будем смотреть на дополнение для игрушки Trine Sim World 2. Это LGV, как я понял, что это французский поезд. Да. Значит, задача наша будет управлять всемирно известными поездами ТГВ, выполняющими перевозки на юге Франции. Скорость у нас здесь до 320 км в час. Соответственно, будет, опять же, попадать в точное соблюдение расписания. Ну, в общем, как и в любом другом ДЛС, в любом другом маршруте. Здесь у нас он в декабре, это дополнение. Давненько я его себе приобрел, но все, никак руки не доходили до, соответственно, теста. Ну вот, сегодня мы и посмотрим, что это такое. Значит, здесь у нас 93-километровый маршрут между французскими вокзалами, соответственно, электропоезд. Как обычно, детализированная кабина с точно воссозданными органами управления, точные звуки. Ну, в общем, все как в обычном маршруте в других каких-либо, соответственно. Ну, здесь разработчик, то есть... Тут не докопаться, то есть до создания модели поездов тут прям вообще круто. Ну, посмотрим, начнем мы с обычных путешествий, то есть, скажем так, в сценариях можно будет, конечно, в свободное путешествие зайти посмотреть, но я с этим поездом ни разу не сталкивался. Соответственно, будем по мере обучения посмотрим, что это такое. Есть у нас уже похожий поезд, типа вот, по-моему... Welcome to Train Sim World 2, the immersive and highly detailed rail simulation, featuring authentic routes and trains from around the world. Отличаются, но мы это сейчас и посмотрим. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience. It is necessary to be fully observant of the surrounding world. Обучение стандартное. Down, left and right. А, поезд нас ушел. Ну давай ты. Странное обучение, конечно. Ладно. Хочу. Так, здесь какие-то автоматы с едой. Нормал. Билетный. Такой довольно-таки огромный вокзал. Интересно. Опять у нас this is one of many interactives to be discovered, but not all of them will так, be as easy to find as this one. Нет никаких ни приездов, ни отъездов. Так, может быть, наш будет. Да. Вот такой вот у нас прекрасный поезд. Немножко грязный уже. Я тут немножко пошкодничаю. Пневматическая система. Прикольно. Там что-нибудь очевидно. Войдите в передний вагон. Хорошо, сейчас подберемся. Заодно как раз мы посмотрим, как выглядит состав. То есть передний вагон у нас получается вообще как бы не для пассажиров. То есть он именно занят, видимо, механизмами. Я не знаю, чем. Потому что это вроде не тепловозная электричка. И по сути как-то странно. Здесь у нас получается... А, окей. Двухэтажная сцепка, то есть двухэтажные вагоны. Вот такая вот у нас дверь. Здесь у нас так вот выглядит вагонов. Попасть, но... Это у нас, соответственно, этаж. Какой-то первый класс. Какие огромные. Ага. Прохода сквозного получается у нас нет.
Первый класс. Так, что у нас тут на втором этаже? А, то есть по второму этажу можно ходить. Так, здесь у нас багаж какой-то идет. Здесь у нас просто. А, нет, тоже со столиками. Ну, как-то странно, посреди вагона чик. Столики, а дальше просто сидухи. Здесь у нас дверка не открывается. Ладно. Пойдем. Пройдем здесь. Столиков побольше. Ладно, спустимся, пойдем по платформе. Довольно-таки длинный состав. О, бар. Бар. Хочу в бар зайти. Матрешки. Как здесь прикольно все сделано. А где... Как это как? Бам. Так, а чё? Ко второй этаж, а на первый этаж как спустить? Хочу на первом этаже посмотреть бар. Что за нелепость? Только на втором этаже у нас бар. На первом этаже чё, ничего? Ну, такое себе, ладно. Господи, сколько здесь вагонов-то? 10, что ли? Так, ладно. Дошли до главного вагона. А нет, он хочет сюда нас засунуть. Видимо, мы просто прокатимся. Сейчас посмотрим, как он едет. Так, какой-нибудь... Нет, давайте на второй этаж. Уже прокатиться. Давайте вот здесь. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Check it out now and then return to the game when ready. Прокати-ка нас. А, не, не хочешь? Ладно. Так. То есть нужно было сесть, чтобы зайти в меню паузы. Классно. Обучение слишком для тупых. Так, все. Посидели. Посмотрели. Теперь погнали в передний вагон. Посмотрим, как у нас тут все выглядит. Ё-моё, а свет есть? Так. Туда же не пройти. Какие-то огромные то ли аккумуляторы, то ли что. Почему-то туда мне никак не зайти, не заглянуть. Ладно. A lot of time will be spent operating trains. So when ready, sit in the driver's seat. Так, ну правильно, здесь у нас пока ничего не работает, потому что это обучающее видео. Нам ничего никого не открыть. Так, вот так вот у нас выглядит. A heads-up display has appeared on the right-hand side of the screen. Я думал, здесь будет все в экранах, а здесь как бы экранов нет. This is the speed display. The current speed will be represented by a moving bar. The red marker indicates the current maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. Посадка, кстати, высокая такая, интересненькая. Ну давай. This is the power display. A number will indicate what position the power control is in. Ехать хочу. These are the brake indicators. They show the state of the various brake systems, allowing independent management. Собрать кучу электроники. Торчиков здесь, торчику только один. In the top right are the signal and speed limit displays. These Понятно. Feature an indication of what is approaching and a countdown distance to when they will come into effect. Some of these displays can be hidden by the settings menu for a more challenging experience. Француз.
То есть современность какой-то. This train is ready to go. Push the indicated handle all the way forward to get moving. Я двери не закрыл, ничего не закрыл, просто сразу поехали. Окей. Marseille Saint-Charles station is a major terminal station in the second largest city in France, connecting high-speed rail, including international services, with local regional trains. Торможение у нас, наверное, на стандартные кнопки забить. Так, я надеюсь, я сейчас не на красный прыгаю. Да, огромный состав. Хочется быстрее его разогнать. Train Sim World 2 allows you to run. Реальная детализация на высшем уровне. You've only explored a small area here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Welcome to the beautiful south of France. Climb aboard the modern high-speed express TGV duplex train. Travel at speeds of up to 320 kilometers per hour using the TVM 430 onboard signaling system to move swiftly and safely. Drive from Marseille via Aix-en-Provence to Avignon. Along the way, don't forget to place route maps, hang TGV posters, restock first aid points, apply no trespassing signs, and repair broken cabinets. This is the LGV Méditerranée high-speed line. Спасибо. Так, давайте, наверное, выполним какое-нибудь еще одно задание. Посмотрим, как это. Кстати, скоро, ну, относительно скоро, должна добавиться вообще новая механика. То есть, должно добавиться узкоколейная железная дорога. Сейчас она находится в разработке. То есть, мы в каком-то курортном городке будем возить, соответственно, пассажиров там на какой-то курорт. Today you'll be learning to drive this SNCF Series 200. Там будет еще какая-то интересная новая механика, и, соответственно, блин, как только выйдет, сразу выйдет. Господи, сколько у вас там, алло? А, ну вы из тех дверей. Ладно. Take a seat in the driver's position, because this is where you'll be spending most of your time. Хорошо. Так, это что? To begin, you will need to press the service retention cancel button to take control of this service. In normal operation, this unit draws electricity from the overhead catenary via a pantograph. However, since the pantograph is currently in the down position, you have to power the initial systems by priming the auxiliary battery. To activate the control desk, set the master switch to active. Now activate the pantograph using the normal and DC positions on the different rotary switches so that it raises up. The DC setting should be used in the area of Marseille. The LGV setting should be used outside of Marseille. And the AC setting is used in other AC overhead line areas. Тут еще разные участки. The circuit breaker will need to be set to allow power to reach the entire train. Now that the circuit breaker has been set, it will need to be armed. Use the indicator control to rearm it.
Lighting is automatically set when enabling the master switch, but make sure you use the low beam lights when passing other trains so as not to blind oncoming drivers. Снижать яркость. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Так они... Мы, походу, дело пустыми, поим порожняком, что ли? Кого нету. Next, you need to do the brake test. This ensures that all the brakes are working correctly before you set off. First, press the brake hold button to hold the lead power car brake. And now press the emergency. Use the brake neutral. Now that you've tested the emergency brake, you'll test normal brake operations. Then hold the train brake in the release position to raise the brake pipe to 5 bar. Отпуск. Hold the train brake control in a plus. And that's the brake system fully tested. The reverser is used to set the direction. There are three driving modes on the TTV. Okay. Coupling and uncoupling. The speed is limited in this mode and is intended for coupling maneuvers. Хорошо. Manual control. This is usual mode for driving on classic lines. Okay. And selected speed. This uses the speed selector control and is used by the driver on high speed lines to set the maximum cruise speed. А где эта кнопка? To get started now, select the manual control mode as you are on the classic lines. Control. Об обогрев, подача, да, прекращение. Так, мне интересно. Так, это естественно. И здесь контроль. Подсвет. Поров здесь. Как-то не типа распал. Допустим. Так. А? А, вот он. Прям, блин, на этой штуке. Ладно. Так, режим управления. Управление. It's time to get going. Set the doors to locked. For this introduction, you'll be driving as far as Aix-en-Provence. Finally, press the brake hold button and you should see the... The train is now ready to part, so apply a small amount of power to get moving. Интересно, а я здесь сразу могу? Сейчас попробуем разогнаться. Видимо, круиз-контроль работает с определенных скоростях. Да, пока что не работает. Так, пока он тут еле-еле тащится, я хочу посмотреть.
А, отличная подсветка. Так и не видно, что там дальше. Ну ладно. Фиолетовые огоньки. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce engine stress and maintenance requirements. Keeping to the speed limit is important. If you begin to overspeed, hold the brake lever into the applied position to slow. Интересно, здесь, конечно, система торможения, то есть всего в двух положениях: применить и отпустить. То есть придется туда-сюда ее елозить, то есть нету как вот регулятора по в процентном соотношении по тормозам. Ну ладно. Так, что у нас по ограничению? Ну, можно не поддать газку. Тормозить будем там, где надо, через 17 километров. Поэтому можно будет немножко подразогнаться. Конечно, я думаю, на первом обучающем мы до 320 не разгонимся, хотя очень хотелось бы. Сильно пейзаж отличается от других маршрутов, но эта фишка именно в поезде, в составе. Я не понял, у меня ограничение в милях, что ли, или в чем вообще? Вроде было 65, вот сейчас 87, сейчас посмотрим. Да, в милях, нифига себе, странно. Хотя вроде метрическая система стоит. Ай, какие приятные звуки. Так, мне просто интересно, с какого... Ни хрена не работает. Круиз-контроль. Да лажа. Ладно, будем вручную фигачить. Единственное, тут получается, что не перейти в пассажирский вагон, то есть не посмотреть, как оттуда это все выглядит. Ну ладно. Интересно, будет здесь участок, где можно будет хотя бы до 200 разогнаться? You're approaching the voltage changeover area and need to change the voltage on the train in order to continue. You'll do this without stopping the train. Получается различная система. Open and then close the circuit breaker. Lower the pantograph by moving the switch to the lower position. Change the pantograph mode switch to LGV. Походу, дело вот сейчас будем кончить.
что мы рано перешли на эту систему. Там еще 1.5 километра до смены напряжения. А, ну правильно, и тяга сейчас не работает. Ладно. Интересная система. Так, 600 метров остается. Опа, горочка. О-о-о, вот тут мы как раз-таки 300, походу, 20 разгонимся, судя по ограничению следующему. Ну да, 300 км в час. Пам. When your cab passes the REV board, this means that the rear of your... When the arm breaker symbol illuminates, rearm the circuit breaker. This means you can now increase power up to the indicated speed on the TVM display. Nicely done. You're in good shape to continue the journey. А вот теперь, по ходу дела, будем фигачить. Так, у нас 9 километров осталось, но попробуем разогнаться. Конечно, не очень быстро, но какие-то странные засветы в туннеле. Может, она там что-то горит уже, нет? Вроде пока нормально все. Давай, я хочу разогнаться до 300. Ну, ёшки-матрёшки, уже 270. Чё за... Чисто туннельная какая-то скорость. Разгон. Да, 7 километров осталось, а у нас только мы еще до 200 не доползли. Чувствую, тормозить мы будем знатно. Да, ну 230, ну что такое-то? Да. Чувствую, не получится нам до 300, тут даже до 200, по ходу дела, не доползем. Потому что ограничение уже в 230 у нас где-то высвечивается, а мы вот только подбираемся к двушечке. Еще, блин, симулятор мне метро, что ли? Конечно, 200. You're now approaching Aix-en-Provence, so apply a small amount of brake force to achieve a comfortable, safe stop. Скорость, блин, более-менее нормально, мы проехали по туннелю. А теперь, как только мы выехали на живописный участок, мы что-то начали снижать скорость. Что за фигня? Хотя нам через 1,4 километра останавливаться, 1,3 уже. Я думаю, сейчас потихонечку будем уже снижать. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ай, не впишусь, не впишусь. Не впишусь. Давай, родная, тормози, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста.
А может, успею. Даже раньше, походу, остановлюсь. Отпускай, 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 отпускай. Давай еще немножко протянем вперед. А вот теперь тормози. Почти перфект. Почти идеально. Это было опасненько. Ой, какая пошла. Так, а я хочу по платформе прогуляться. Возможно, здесь что-то можно отметить. О, вот вижу аптечку. Плакат. Но мог бы быть джентльменом, пропустить даму вперед. А я-то могу здесь пройти? Тоже не могу. Мы здесь все не можем пройти, да? Ну ладно. Что-то не дает им пройти. Прям целая очередь. Ну ладно. Сверху, интересно, можно пройти? Да, я тоже не могу пройти. Ладно. Короче, у людей проблемы. Не могут выйти с платформы. Это печалька. Тут на одной платформе только сколько всяких плакатов можно расклеить. И аптечки, и плакаты. Кошмар какой. Приехал на первую станцию и все утыкло сразу. Только щитков. Кстати, щитков я не вижу. На щитки, по ходу дела, придется останавливаться вообще фиг знает где. Так, сейчас пробежимся по этой стороне, да и, в принципе, будем доканчивать. Простите. Что-то есть. И, наверное, все. А, сейчас. Да? В конце вроде у нас уже. Да. Так. Дальше доступно. Я не. Да, сюда поезд не отвечает, извините. Ладно, закроем все двери. Good work. That concludes all the basics of operating this train. Ачивочку получили, но в принципе вот так вот это все и выглядит.
Ждем узкоколейку. Возможно, еще пару каких-нибудь моментов запишу по Triumph Sim World 2. То есть, либо по каким-то другим маршрутам, либо по этому маршруту. В общем, посмотрим, как будет настроение, на что хватит его. Вот. Ну, соответственно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк. Пишите комментарии. Постараюсь на все ответить. На все ваши комментарии, соответственно. Ну и подсказывайте, если что. Всегда рад любым комментариям, а также любым каким-то предложениям по улучшению канала. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока!